Я бы хотел бы с тобой, знаешь, чем заняться? Еще сзади прям, ну прям. Что сразу хотел, говори вообще. Я буду тебя соблазнять. Ну, Никита. Да, ну видно, хватка. Хватка мощная. Здоровья, не? Ну, сдаю сбой, но я что сделаю? Пальцы, душ там, не? Хочешь, я тебе п***ю, елдак? Я... Так близко подошел. Я сам просто испугался, на самом деле, больше, чем ты испугалась. Стой. Я сейчас думаю, типа, как подкатить правильно. Ну, там, знаешь, там есть там варианты, там, типа... Ну, я жду. Давай, давай, сейчас. Я бы хотел бы с тобой, знаешь, чем заняться? Как ты думаешь, чем? Прогуляться. Нет, что-то серьезнее. Ну, да. Прогуляться, еще варианты? Можно прогуляться. Ты бы спор проиграл, да? Нет, я тогда бы уже разделся бы и был бы голый, если бы проиграл бы спор. Прогуляться, но если есть 18. Есть. Вот. Если есть, если тема есть... Шурыгина, короче, все да, еще. Да, да, да. Еще она, будет, да? она будет актуальна везде. Mm-hmm. Если есть 18, значит, уже можно. Mm-hmm. Грязная. Ты ну, поела. Че, ну и че? Ну, тоже тут. Ну, я тебя за грудь потрогаю немножко. Ну, грязная, ну смотри. Ну, что я сделаю? Да, ничего. Вот. Ты красивая. Спасибо. Без макияжа. Да? Ну, чуть-чуть прям. Ну, вот, да, 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 да. Вот это вот прям редко-редко встретится такое красивое, без макияжа. И еще сзади прям, ну, прям. Что сразу хотел, говори вообще. Мне уже не нравится, когда ты уходишь. А, нет, нет, сексом предлагается заниматься не буду. Знаешь почему? Потому что мы еще мало знакомы. Вот. А, и без отношений нельзя. Mm. Правильно? Mm-hmm. Вот. Поэтому я буду тебя соблазнять. Но, короче, это... но не сразу. Нет, стой, подожди. Ты кальян куришь? Нет. Почему? Не хочу. Ну, я не сейчас вообще. Я сейчас... Ну, допустим, курю. Я одну минуту и сейчас уйду, ты не переживай. Я не останусь жить с тобой. А ты где живешь? Ну, территориально. Север, юг, запад. Красные ворота. Номер телефона. Как зовут? Яна. Никита. Знакомый. Да, ну видно, хватка. Хватка мощная. Да это еще не хватка. Ну-ка давай, сожми. Ну сожми сам прям максимально сильно. Ну это все, что ты можешь? Да. Мне даже рука напряглась. Ладно. Как это там? Ну ты мне лучше контакты. Нет. А что? Я не сижу ВКонтакте. Да ладно. 8-9. Ну пустая страница, она там же не нужна. 950. Случалось ли у тебя такое, то, что ты видишь красивую девушку, но не знаешь, как с ней подойти познакомиться? Каждый день ты видишь много красивых девушек, но не подходишь и не знакомишься с ними, думая, возможно, у нее есть парень или муж, она вообще не знакомится и она вообще не такая. А возможно, ты не знаешь, с чего же начать знакомство и как ее заинтересовать в процессе общения. Если ты старше 21 года, у тебя есть 2 часа свободного времени, ты живешь в Москве, то я приглашаю тебя на бесплатный практический мастер-класс по знакомствам с самыми красивыми и недоступными девушками. На мастер-классе мы разберем самые популярные ошибки при знакомстве, расскажу тебе, как избавиться все-таки от этого страха подхода и расскажу тебе 2 классных способа, как знакомиться с любыми девушками в любых ситуациях. Москва, 7 часов вечера, каждый четверг мы тебя ждем на бесплатном мастер-классе по знакомствам с девушками. Кликай по ссылочке в описании и приходи, если не ссышь. Яна, напишу скромница, да? Понятно. Чё тебе сразу понятно, как будто я уже начинаю на что-то намекать. А мужики были у тебя? Что за прямые вопросы? Я не хочу. Не, ну вообще, в принципе, ну там. Блин, может, мы сядем, мы так стоим тут не отношения? Снимать. Да всем похеру вообще, это Москва, ну, мне господи. Мне не похер, мне не комфортно. Сесть. Ну пойдем, пойдем куда-нибудь, сядем. Ты не с другом разве? Не. А, у тебя больше нет друга, да? Ну, все равно, пока подождет, пока дела, пока общение. Про мужиков. Мужики были у тебя? Ну, это. Ну, отношения серьезные. Да. Печальный опыт. Ну, в смысле, у тебя одни были отношения? Двое. А сколько они длились? Пойдем на ту скамейку вон там. Самые долгие полгода. Это первое отношение?
Или вторые? Вторые. Первые у меня были месяцы, там как бы ничего такого серьезного. Ну так мне просто, знаешь, такой детский лепет. Там, да, да, поцелуйчики, да, и все. А со вторым уже серьезно? Да, мне уже 17 лет было. Ну уже можно. Как бы по закону, да. Не, по закону можно 16. По закону 16. Можно 16 по обоюдному согласию, да, так что... Вот, все правильно. Вот. Вот. Пойдем на ту скамейку сядем. Значит, а почему неудачные? Он тебя лишил девственности и свалил? Нет, ну он мне изменил, но не суть, как бы. А изменил, а у вас был с ним секс? Да. И он тебе изменил еще при этом? Ну, после, да, этого. Я потом узнала там от знакомых, потом этот факт подтвердился. И изменил он мне с бывшей, это совсем не очень, короче. Здесь изменил с бывшей? Да. Это еще хуже, чем изменить. Еще одной, короче, с чужой. Угу. Угу. А что его смотивировало на это? Я откуда не знаю. Ну, типа, как он принял это решение? Типа, ему что-то не хватало или... Ну, я его спрашивала. Мы просто остались чувства другое. А что сделаю? Я тоже не могу, так сказать, давай, люби меня. Ну, типа... Где твои чувства? Не знаю. Просто могла быть мотивация того, что, типа, ты ему не давала. Нет, поэтому... ты точно не давала. Да, да. Поэтому он как бы решил и найти, типа, нет, другую. Не? А, это он по пьяни сделал или осознанно? Ну так, просто чисто где-то не встретились, компашки, там что-то потусили и... Я тоже уезжала, по-моему. Уезжала? Угу. Ну, как раз тогда разрыв небольшой. И он нашел. Почему бы и нет, он подумал. Да, нашел повод и такой раз туда-сюда. А как ты узнал об этом? Слушай, ну, по-моему, сказать. Город маленький, все знают. Страсти какие. Ты что, долго ревела, говорила, как ты мог? Нет, ну, я к этому как-то хладнокровно отношусь. Ну, то есть, если он сделал такой шаг, значит, почему я должна жалеть о том, что он такой? А ты назло ему не переспала с его другом там или с кем-то еще? Нахера. Это хуже себе я сделаю. Не, ну, а, ну, и вас же, если там все знают. Случайно, ну, был только один мужик? Сука, да. Ага. Ну, тебе 18, типа, еще все впереди. Это очень странно. Первый встреч, сразу переводить тему к этому. Секса? Ну, да. Да не, я могу тебе сказать, там, что-то умное, там, не про секс. Там... Ну, а через сколько ты с ним переспала? Через 2 месяца. А, ну, нормально. 2 месяца, в принципе. А за эти 2 месяца он не тусил с другой телкой? Нет. Наверное. Не знаю, мне похуй. Я об этом не думаю сейчас. Угу. Угу. И сейчас ты хочешь найти себе другого мужика для отношений? Я сейчас не хочу. Не все равно. Как ты удовлетворяешь свои потребности? Как? Я от этого не завишу, то есть... Сейчас буду найти кого-нибудь. Пошпилиться. Справа, слева, там, не важно. У меня нет такого, я как бы спокойно. Если есть, окей, давай, я готова. Не, ну, организм же, и я физически, там, здоровье, не? Ну, сдаю сбой, но я что сделаю? Пальцы, душ там, не? Не люблю. Блин, не знаю, там, надо же как-то компенсировать. Мне хотели елдак подарить. Но не подарили? Ну, не подарили. Я сказала, не надо деньги тратить, лучше на карту переведите. Я буду покушу на это деньги. Хочешь, я тебе подарю елдак? Нет, спасибо. Такие вот дела. Слушай, ну, может, прикольно. Может, тебя тему переведем? А я что? Я вообще скромный парень. Да, я вижу. Сексом не занимаюсь, незнакомыми девушками, да, там. Да, как бы... не занимаюсь, то... Через три. Слушай, кстати, у меня... Это у меня, кстати, этот... один товарищ... Слышь? А что он снимает? Не знаю, надо подойти спросить у него. У меня один товарищ, короче... Это твой друг и где-нибудь... Слушай, ну даже если бы у него была бы камера, он бы на таком зуме бы все равно бы не снимал бы. Это, блядь, это надо... Он, наверное, что-то смотрит просто в телефоне. Я просто... У меня зрение херовое, я не вижу, что он в телефоне смотрит. Ну, по-моему, он что-то смотрит в этот. У него телефон. Я не вижу, у него телефон в руке. Ну, короче, он что-то смотрит. Я не могу понять, что он смотрит. Ты, у тебя хорошее зрение? Ну да, но мне кажется, что он снимает. Как он на таком расстоянии может снимать? Я хочу испортить нашу свадьбу. Катя говорит, что это чувство.
Можем подойти, но мне кажется, это тупо, блядь, на таком расстоянии снимает очень далеко. Ну это очень странно, что ты подходишь, переводишь тему на вот такие вот интимные. Да, мне кажется, так все в Москве, не? Нет. Тебе не подходили? Ну, ко мне подходили знакомиться. Ну, а что они говорили? Привет, не переводили. А что говорили? Просто давай встретимся, все дела. Ну, не в этом духе, а просто давай встретимся, погуляем. Так я тебе сексом-то предлагать-то вроде не занималась. Да я не про это. А ну, просто про эту вот тему вообще не было, про вопросы какие-нибудь характеров. Да, это вроде не особо интимно, я не знаю. Это реально? Мне кажется, обычно. Чё ты хочешь? Твой друган, да? Нет. Ты его спугнул, смотри, блядь, он уходит теперь. Блин, знакомился с девушкой, общался, сел на мини-свидание, и тут подходит какой-то чувак, просто говорит, типа, блядь, там камера, и Вова там и так спрятался в кустах, но все равно она спалила камеру и в итоге съебалась. Не мешайте, сука, снимать нам. Блядь, полезный контент же делаем для вас, показываем, как это делать правильно. Мы взяли все, короче, спалили, поэтому прикольный момент, на это восстановилось. Приходите на мастер-класс, всех ждем.